Сегодня губернатор Ставрополья провел специальное совещание. Тема актуальная – двойные платежки за тепло. Квитанции за централизованное отопление прислали и тем жителям, которые перевели свои квартиры на индивидуальные котлы. С одной стороны, индивидуальщики возлагают дополнительную нагрузку на соседей, ведь нет формулы расчета оплаты на общедомовые нужды для таких квартир. Вопрос прорабатывается с федеральным министерством. Но главная проблема – безопасность. Ведь если квартира и дом изначально не рассчитаны на дополнительное оборудование, то его использование может быть опасным или даже привести к трагедии. Поэтому Владимир Владимиров поручил продлить мораторий на перевод квартир с централизованного отопления на индивидуальное. Но и люди не должны платить дважды и рассчитываться. Они будут только за те ресурсы, которые потребили. Больше двойные квитанции ставропольцам не приходят. Я знаю, что в мае никто ничего не получал, но тем не менее вопрос остался открытым. И мы с вами договорились, что проработаем вопрос, каким образом нам вернуть людям деньги, которые заплатили ответственным.